Здравствуйте, наша игроков Андак. Я предлагаю вместе немножко поиграть. Мы находимся на квестовой линии сюжетных приключений. Это вторая полоса, третий, четвертый остров. Они, как говорится, соединены через проходик. По заданиям у нас сейчас что? Заплатить штраф. Ха. Штраф это 1000 канадских. Ну, для того, чтобы заплатить, нам надо еще сначала найти эту красную, прекрасную древесину. Ну, она пока не обнаружена, и пока я ее не обнаружу, мы чистим остров в ожидании чуда. Кстати, это может быть она? А, ну, огненное дерево. Огненное, это ж красное, чисто логически. Ладно, сейчас все заценим. Ну, вопрос спорный, пока не выпало ничего красного. Прекрасного это просто дерево. Ну, ладно. Жлакопомощь начинает сгорать. Компаньон! Вернись, я все прощу. Поставь, пожалуйста, помощь. Да, я на этом острове не могу поставить. Ну, подождите, почему моя помощь должна сгорать? Я ведь могу помочь, а это очень-очень хорошо. Главное, что... Не чтобы тебе помогли. Главное, чтобы ты тоже мог кому-то помочь. Это очень важно. Мне так, по крайней мере, кажется. А я все в ожидании чуда, юда, дерева, которое я пытаюсь найти. Ну, этот остров у меня печально расчищен на 22%. Между прочим, второй, который, там все поярче. Там у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, 40 с чем-то процентов. Я старалась, называется. Да, и там, и сям будем стараться на 100%, ну а там как повезет. Подарки, ну, я показывала, могу показать еще. Вот это 100%, которые меня интересуют. Так, ладно, давайте откроем один подарок. Посмотрим, есть там энергия или нет. Стоит же себе просто, мешается на складе. Так, авось пригодится, называется. Так, не забываем, у нас с вами еще несколько дней стоит торговец. Потом он обидится и уйдет. Поэтому, если кто-то что-то хочет купить и забыл, самое время это сделать. Что, энергия будет или как? О! Чудненько! Причем таким много дали. А за что? За расчистку, наверное, вот этого вот времени вашего сейчас чищу. Однозначно. А это я открываю один из 10. Сколько сейчас хочу посмотреть, сколько там дают изумрудов. Просто интересно. А у нас там дают. Ну, на энергию там я не рассчитываю, конечно. Дают покушать хорошо. Динамитик пролетел. 8 изумрудов. Это значит, что 10 островов, 80 штук. Очень-таки даже неплохо, скажу я вам. Очень. Я на рыбалку стала ходить поярче. Стала, конечно, что нам исправили ее. Представляете, кто прошел так вот, когда вообще было печально. Не, да, я знаю, я почти не проходила, я ждала, когда исправят, потому что это было не по-детски. Неинтересно. Ну, теперь пройду, еще у меня достаточно 15 дней, я все успею. Так, давайте я вам покажу второй остров. Вот переход идет через похлебку. Второй расчищен на 43%. Пару заданий выполнила, и теперь мне ай-яй-яй, везде можно, называется. Я убрала комбо, чтобы случайно никуда не попасть, называется. Ну, а мы с вами сейчас по заданиям. Кстати, на втором острове есть поручение. А на этом только задание. Так, 120, это 27. И, ой, это что? То мы не трогаем. Это у нас 17. Мы так сейчас по чуть-чуть, где чего. Если останется, то пойду на тот остров потрачу, ради бога. Не страшно.
17, 27. Тут у нас сколько? 16, 20 делаем. Раз, два. Так, и осталось 46. Это значит, смотрите, осталось, так, вот это вот 20, 26. До одного удара не хватает. Бывает. Если выпадет, то будет хорошо. Не выпадет, ну, значит, не выпадет. Ну, не выпал, хорошо. Нам вообще надо не затягивать, а уже с этими товарищами договариваться. А я все никак с этими деревьями не разберусь, скажем так. Надо уже поактивнее идти искать деревья. Ну, пока мне о чем. Кстати, правильнее всего идти, наверное, у нас тут есть такая заманчивая дорожка. Вот по ней надо исследовать, а не блукать непонятно где, непонятно как и непонятно зачем. Ну правильно, потому что там побежу почищу, там побегу почищу. Вот и получается. По процентам идет расчистка, а по факту задание еще не выполнено. Еще два камушка мне нарисовалось. Ладно. Сейчас пойдем другим путем. Так, мы сюда. Да, сюда я пошла, короче. А фишка в том, что идти-то я пришла. Но я уже вижу, пару штук убираешь, и сразу больше повозка стоит. Так что соскучиться никто не успеет. 70. А, там дальше уже 90. 90. Да, то 90 можно было бы сейчас не убирать, но... Котики. Ну, обратите внимание, как они хорошо постарались. 42, 43. 103 сделала. 110. Потому что, видите, 120 и поехали. 140. О, 110. Повезло. Я сейчас и 140 уберу, это не проблема, конечно, у меня есть крупный энергетик. Но фишка в другом, что они вот, как говорится, камни в колеса вставляют нам, чтобы мы не сделали это быстро. Мало того, что мы не можем это делать при помощи компаньонской помощи. И помимо всего этого другого, мы должны это делать очень-очень медленно. Я колесо нашла ничейное. Так, это 140. Это у нас 120, 27. И там где-то я одного удара мне не хватило. Вот раз. Я вспомнила. 165 нету у меня здесь, не? Есть, конечно, но он еще в туманчике. Так. Это 140, значит, это 25. 20. Раз, два, три, четыре, пять. Чтоб случайно не перестучать. Ну да. Отличненько. Раз, два. И теперь я смогу этот камушек не то что перестучать, а полностью убрать. Он стал 93. 38. Ай! Ладно. Не под силу нам. Тогда так сделаем. Это ж точно под силу. Так, 3. 40, 50. Поехали. Не туда нажала. Вот. Тридцать восемь, сорок два, сорок три. Это вот бесконечные большие камни. Да, кто-то мне говорил и был прав. Взорвать это все и забыть. Прикол в том, что я этот видео у меня второе. Первое начала записывать, и что-то пошло не так. И запись сорвалась. Очень интересное было прохождение, конечно. Я убирала много больших камней. Но от меня это,
скажем так, не зависит. Сорвалось, значит сорвалось. И у нас, как говорится, дубль 2 сейчас идет. Ну, а по факту, если сохранится, дубль 1 бывает. Так, товарищи стоят, все ждут, ждут. А я до сих пор, представляете, вот мы с вами сколько уже тут делаем, тупо топчусь на месте и ничего им не даю. Хотя обменник стоит, торговец ждет, волнуется и верит. Надо бы кому-то чего-то предложить. О, а тут еще и бандиты, оказывается, во как. Я немножко прошла, какие-то патроны смешные нашла. Вообще не знаю, что это, но надо убрать это. 120. О, стоп, я вот тут еще нашла. Так, тихо, не убираем комбо, чтобы случайно нигде ничего не это. О, какая красота. Так, комбо я убрала? Убрала. Значит, я беру 24. Ой, почему 24? Раз, два, меньше. И убираю этот 165, он мне не нравится здесь. Сейчас вернемся к бандиту, вернемся. Я на секундочку отошла в сторону. Зачем? Сама не знаю. Просто решила немножко, как говорится, проходик расчистить. Хотя я понимаю, что мне вообще-то в другом направлении надо. Я так думала, по крайней мере. А выясняется, что кто его знает, вон какие-то стоят деревья по 55. Может быть, это и они. Сейчас попробую одно убрать и заценить. Что с него выпадет. И это не оно. Ладно. Оно ждет нас где-то впереди. 140, 140. Я сейчас на них обижусь. Ну, разочек хотя бы. Можно на них обидеться? Думаю, да. Смотрите, тут вокруг. Если убрать вот эту вот травку на 40 ударов. Одна травка, все. Нет, не одна. Тут еще камушек. Ладно. 40-60. А теперь. Так, не надо мне тут подвигать травки все больше и больше. Я ее не вижу. Я хочу большие камни для того, чтобы бабахнуть один раз все-таки. А они тут мне, понимаете ли, траву предлагают почистить. Это 55. 10, 20, 30, 40. 55. Сейчас бабахнем. Травы немножко разгребем. И сразу бабахнем. Так это сколько? 70. Вот это вот, наверное, и есть то, что мне надо было, да? Это же опять новый вид деревьев. Ну, в принципе, это не точно. Так, а мы смотрим. Может, уже давно выпало? Нет, ни одной древесинки не было. Бандит все стоит, ждет. Надеется и верит. Все. Я обиделась, я иду взрываться. Ничего такого не берем мелкое. Вроде как нет. Поехали. Вот так вот. О, сейчас пойду компаньону помогу. Ладно, по территории побегала, возвращаясь к нашему злодею. Сейчас мы его прогоним. Ну, заплатить, заплатить. Куда ж мы это? А подождите, это мы собирали случайно? Нет, тоже не то. Все у нас не то. Ну, на всякий случай. Проверочка. 28%. Ни о чем. Теперь мы идем дальше.
Опс, тут что-то может выпасть, поэтому я на всякий случай перестрахуюсь. 43. А я сделала 193. Так, подождите, где выпадает? Вот тут. Типа надеемся на энергию. Может, и не она, но надежда всегда есть. Ну, зато много сыпется. Тоже приятный бонус. Помощь выпала. Во. О! И такие еще энергии дали. Вообще хорошо. Так, комбо я убрала. Тут у нас 37. Кто-то скажет, что я не в ту сторону пошла, заблудилась. Ну, туда тоже надо идти. Так. Ну, а теперь мы пойдем. 27. Так. Вот это 140 не мешало бы убрать, конечно. Вот, подождите. 140 или те 140. Так. Это 20. Все. И у меня осталось 140. Какая 140 на меня смотрит? Наверное, вот это. А прикол в другом. Что мы все еще на острове, что мы все еще чистим. И все еще не нашли нужное нам. Прикольно, да, и уже бандита прогнали. А древесина дуба где? Тут даже нет такого. А, или есть. А, вот этот дуб, так подождите. Он ничем не отличается от этих двух. Значит, отличается, да. Так, как всегда. На самом интересном месте. А сколько ударов? На 60. Ну, поехали. Все равно один дуб мне будет мало. Мне как минимум таких надо. Ого, сколько. Так, пошли дальше. Сколько выпало? Ну, естественно, 60. Где еще? Ищите. Ищем. Ну, пока безрезультатно. Ой, типа 55, да. Ладно. Сейчас справимся с поставленной задачей. 43. 93. Я что-то здесь вот надкусала уже. Сейчас чего-нибудь найдем. Ага, у машинки теперь рулетка. Прикольненько. Плюс 50 выиграла. Тоже приятненько. Прикольно гуляла. Я гуляла в этом направлении в поисках. Безрезультатно. Потом смотрю. А вот оно, родимое, рядом с этим стоит себе, улыбается. А я его не вижу. Сейчас уберем это дерево. Посмотрим, что будет. Так, сколько ударов, кстати? Ударов надо 60. 60. Поехали. Сразу 90 уберу. Рядышком. Ух, маленькая наша. 300.
и рядом 90. Ну, 300, значит, будем убирать 300. Это сколько? 100, а медведушка 140. Ну да, ничего нового. Камушки как камушки, большие как большие, деревья как деревья называется. Ничего особо не изменилось. Так, а я пошла. А по заданию нам дадут домик какой-то. О как. Зацениваем. Делаем 20 сувениров. И начинаем дарить подарки. Подождите. Тихо. А и таких я могу делать 3 раза. Осталось еще 3 штуки. Так, я не могу ничего подарить, потому что нет энергии. Хорошо, я дарю 1. Получается, что я тетеньке подарила, а дяденька-то, дяденька остался без ничего. Мужчина, простите, ждите в следующий раз. И сколько она дала? Ну, 250. Ну, учитывая это 4 раза, это не так долго. Главное, что найти все необходимое. Так, я не буду долго с ними играться. Я это дерево просто уберу. Не, я могла бы сейчас поехать, привести энергию. А, ну мне надо. Нет. Я тоже так думаю. На дереве осталось сколько? 200. Это я заберу. Единственное, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, не хочется на эту семерочку тратить чего-нибудь. Так, и вот еще у нас тут Миша Коцолапый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Миша Коцолапый. Так, где там это 90? Тихо. А, накопили, побежали. Самое интересное, что дополниловка покормить котов. А бандиты откуда берутся? Вообще непонятно. И тут я их не вижу. Штраф есть. А вот бандиты вы откуда? Нету. О, рулетка. Ай, как не вовремя. 85. Да все уже 85, это уже ни о чем. Откуда я знала, что я выиграю рулетку? Ладно. Давай, дяденька, жги. Так, это что у нас? 55. И когда теперь крутить будем? Через сутки. 42, 43. Так, я вообще хотела вот это вот тут дочистить чуть-чуть. И еще немножко позорвать. Типа одно другому не мешает. Вот так вот. Тут что у нас осталось? 115. Ладно. Теперь. Я просто я слишком разгулялась. Вдруг опять со светом будут проблемы. Мне же надо быстрее. А я тут, понимаете ли, хожу, камушки собираю. И лица еще. Непорядок. Ох, я, кстати, нашла. В общем, последнее деревцо буду искать уже, наверное, сама. Еще пока непонятно где. Ну, это в уголочке. Явно спрятали. Так как видео явно надо заканчивать, потому что очень уж мы с вами заигрались. Ну, интересно, действительно интересно. Хочется играть еще и еще. Ну, или это я так люблю Клондайк, или реально интересно. Пишем свои комментарии. На этом все. До новых встреч.